У мемориальных объектов Карачаево-Черкесии появится собственная интерактивная карта. Республика, как и другие российские регионы, присоединилась к проекту «Я помню», запущенному по инициативе партии «Единая Россия» и Федерального министерства обороны. Его цель – создать интерактивную карту всех воинских захоронений, военно-мемориальных и памятных объектов на территории страны, которые сначала будут оцифрованы, и только потом все электронные изображения будут внесены в единую базу, в которую попадут и 111 памятных объектов, расположенных в нашей республике. В их числе будут обелиски, мемориальные доски, музеи, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны, в том числе и школьные, вечные огни и установленные единицы военной техники. Все объекты можно будет посмотреть на интерактивной карте по адресу сайта «Я помню 75.рф». В регионах уже проходит оцифровка всех памятных мемориальных комплексов. У нас мы уже оцифровали 111 объектов. В ближайшее время они появятся уже на карте. Это первый этап нанесения на карту. Вторым этапом будет уже внесение информационной справки по каждому из объектов.